Юным артистам Видновской актерской школы «Волна» Снежане Казак, Георгию Николаеву и Алексею Рылову судить чужую работу довелось впервые. Как членам жюри Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» им необходимо было отсмотреть 5 фильмов и 1 полнометражный мультфильм, поставить оценку по заданным критериям и пояснить свою позицию. Режиссерская работа, актерское мастерство, потом свое личное впечатление, операторская работа и посыл фильма. Членами жюри одного из крупнейших кинофестивалей ребята стали благодаря своим незаурядным способностям. Организаторы проводили кастинг. Было большое количество желающих. И вот ребята из нашей театральной студии смогли интересно себя проявить, заявить. Им нужно было пройти небольшое творческое испытание, написать о себе там рассказ, биографию. И по результату их работы их выделили, и они стали членами жюри. Снежана Казак и Георгий Николаев признались, что мечтают стать профессиональными актерами, поэтому такой опыт для них очень полезен и интересен. Говорят, во время судейства их мнения не всегда совпадали, но в выборе лидера ребята были единодушны. «Охотники на ведьм» – очень классный фильм, потому что даже мальчик, который с ограниченными возможностями, все равно хочет восполнять свою мечту. А в итоге этот фильм, он победил? Как? Да. Он всем понравился, понравился всем, занял главную детский фильм. И детскую роль мальчика. Да. Ребята побывали также на торжественной церемонии закрытия кинофестиваля, которая в этом году из-за пандемии коронавируса прошла в несколько измененном формате. Помимо того, что они смогли отсмотреть лучшие фильмы года, смогли выбрать лучшие детские роли, они были приглашены на церемонию закрытия кинофестиваля, которая проходила в прямом эфире, и в том числе очень интересно проявить себя в кадре. Актерской школе «Волна» в Видном всего 2 года, но за это время ее коллектив уже успел посетить более 10 международных кинофестивалей и выпустить 5 спектаклей. Через 2 недели ребята отправятся на международный конкурс-фестиваль «У самого Черного моря» в Сочи, где представят свою новую работу по мотивам произведения Рольда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». В ближайших планах школы развивать новые направления – кино, режиссуру и драматургию. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видно.